Сниму моего пилота главного. Good, good, good. Очень понравилось. Спасибо, thank you. Sky Club. Сейчас разговаривал я здесь, вот босс. 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 Я с ним разговаривал, и, короче, вот это вот все лицензируется. Даже тот, который будет управлять вот этим парамотоглайдингом, он пилот лицензированный. Вот. В общем, мне бояться не надо. Не надо. И ребята, они в армии служили. То есть они как военные. Пилот в том числе. Все, я готова. Я готова лететь. 5 минут на вылет. Скажи, что тебе здесь нравится. Мне здесь нравится. Гигантский пляж. Заводит эту тарантайку. Сейчас из песка вытягиваю. Вчера Игорь приготовил вкуснейший суп из четвертинки курицы. Ты мясо не хочешь или не будешь? Буду. Мы еще ни разу не питались ни в одной кафешке, ни в ресторане. Едим все свое. Встретили сегодня туриста, одного фаната, болельщика. Болельщика московского «Динамо». Если уснуть на пляже здесь, то можно вот такие ноги от блох поиметь. Это встретили нашего русского туриста. Смотрите, ноги какие. Не спите на песке. Жесть. Это жесть. Я вам тело не буду показывать. Не надо. Верим. Верим. Он сказал, что в кафешке не ходите. Не понравилось ему. Они тоже поначалу ходили, но теперь тоже сами готовят. Окно надо открыть. Едем по дорожке. Только бережье океана на параглайдинг. Такая вот коса здесь есть. Вот эта вот река, на берегу которой мы живем. Вот так. Вот. Вот, вот, вот карта. Вот. Вот точка, с которой мы выехали, где наша вилла. Вот мы едем на эту косу, где параглайдинг. Едем по такой живописной дорожке. Вот на пляже тут активности, смотри, какие. Да. В общем, заехали на эту косу. Тут пляжи везде. Полиция охраняет вот эти отели, вот это побережье. Прямо тут много. Полицейские посты стационарные есть. И так они на тук-туках тут катаются, и в отеле есть. Полицейских достаточно. Видимо, тут такой райончик фешенебельный. Фешенебельный. Вот, убираются. Опа! Вот он! Очень смело и одновременно стрёмно, когда вот так вот парамоторинг, параплан летит прям рядом с кустами, прям очень близко. Вот еще один взлетел. Я не знаю, решусь или нет. Who is owner paramotoring? There, guys? Yeah. Yeah. Where can I park the car? Everywhere. Yeah, everywhere. Everywhere, yes. Everywhere you want. Okay. Парашютом прилетел. $60 стоит. Можно платить в долларах, можно в английских рублях. А ну, в долларах курс какой? Неважно, не знаю я. Хозяйка виллы спросила утром, вы куда собрались? Я говорю, на параглайд. Она говорит, Парагвай? Я говорю, Уругвай. Параглайд, они называют здесь это парамоторинг. Вот эти. Парапланы. Сейчас сидим. Мотопараплан, а не парамотринг. Я сейчас готовлюсь, очень боюсь. Это называется очко. Тебе страшно? Нет. Вот. Я тебе даю 5 минут на сборах. Или уезжаем. Окей. Yes, okay. Окей. Wind is direction safe. 5 минут. Далее 5 минут. Пока... пройдусь, сниму океан.
по лёду, на параплане. Это будет мой первый параплан. Это весит Игорь. Так, теперь я взвешиваюсь. Вот готовит мой красненький такие вот карабины. Вот так вот я выгляжу. Yes. What's your name? Ануре. Ануре? Yes. Заливает бензин, а если не хватит, мы упадем прямо в море. Никак не заводится, мне уже не очень нравится. С третьего раза завелось. Нет? И вот Будда, смотри, наш большой Будда на фотографии. Где? Вот. Угу. О, вот он! Я смотрю на него и думаю... Смешно. Здесь вчера такие молнии били в этот берег. Вообще, гроза была мощная. Такие молнии вертикальные прям. Аж меня аж ослепило, аж зайца поймал в глаза. Мы хотели отдельно до Будды доехать, а тут, оказывается, сафари стартует речное. 4000, one boat, yeah, 2 hours. 4000 лодка. Ну, примерно. 4 человека по 1000, 8 человек. 100 человек по 10 рупий. Будда, которую мы видим каждый день с нашей виллы. Игоря сажаем за руль. Игорь уже поехал. Моника вышла. Рад. Бай-бай! С нами вот такая кафешечка рядом. Что? Вот. Гринкалет хамелеон. А зеленый хамелеон. А где он? Где это чудо природы, зеленый хамелеон? Поближе бы. А поближе? Это был самец. Male. Male. Мужчина, female, женщина. Вот он, плавучий домик. Похож на заброшенный. Варан, варан, варан. Мне кажется, хамелеоны, варан работают на них. Они всегда в одном месте ждут туристов.
Я его спросил, здесь цунами не было, здесь безопасное место было. Зеленые тоже лодки, плавучий дом строят, вот на зеленых, видишь? Ага. Уже эти столбики стоят. На бревнах стоит, когда достроят по бревнам, спустят воду. Предложили нам потрогать крокодила, то еще удовольствие. Вот здесь крокодиловая ферма. Вот черная птица – это баклан. А еще ближе. Она улетит. Пусть летит. Заехали, не пойми куда. Какой хвост у него. Крокодильчик? Палка вон, а, вижу, теперь вижу. У меня уже зарядка заканчивается. А поближе? Ближе к ней можно, вот к этой птице. Пусть она улетит на видео. Спроси меня, тебе понравилось или нет? Тебе понравилось? Да. А тебе понравилось? Да. Входим в мангровый лес. Гид рассказал, что вот эту штуку, ну, руль здесь не используют, потому что гид должен сидеть сзади на моторе и видеть, что делают пассажиры. Покажет мангровый лес, а сам угол срезал, чтобы быстрее до дома доехать. Мы прибыли, сейчас съедим два банана, мы голодные. Магазин Блудгами называется Сога. Хорошие парео и хорошие скидки. Можете сюда спокойно заходить. Спасибо. Thank you. Куда тебя? Короче, зашли в палаточку, до этого 2000 рупий за парео предлагали. Это хороший цвет, здесь... золотый. Золотый. Слоником золотый. Прикольно. За 1000 рупий купили точно такой же парео. Да. Золотый. Золотый. Мы научили его говорить букву Ж. Он говорил золотый. Спасибо. Золотый. Спасибо. Пакуем мое парео. Хорошо. Это парео. Хороший магазин. Сого. Сого. Алгаме. Шри-Ланка. Поедем. Игоря зазвали посмотреть футболку, только посмотреть магазин Люлю Центр. Hello. Какой город? Привет. Москва. Наша Раша. Ой, наша Раша. Yes. Торговались с 1500 до 1200. Я очень классный сына дали. Советую очень, всем. Очень приятный. Да, по-русски немножко понимаю. Ну, немножко, немножко. Полотенце купили за 1200 рупий. Такой. И что? И футболку. Футболку мы уже мерили. Наш любимый продавец. Люлю. Игорь, ты загородил любимого продавца. Мадам, сыны, я вас люблю очень. Путин. Потому что он очень сильный. Он не боится. Кому? Обама. Никого не боится. А, никому не боюсь. Я вас очень люблю. Спасибо. Гай по рукам.
Спасибо. Очень сильный ему. Да, очень сильный. Okay. До свидания. Увидимся. Всего доброго. Даешь, надо нам деньги. Мы фотоку покупаешь, деньги давай. Игорь, ну ты загораживаешь. Футболист. Чемпионат мира футбола. Футболист, да. У меня нет такой. А, наши есть. А у вас есть, да. Казахстан, Киргизстан. Да. Это всего Совет Юнион. Пакистан, Кабристан, всего есть там. Это Венгрия. Англия. Венгрия. Вот так. Форин. Вот это покупают. Ай-яй-яй. Вот это хороший, вот это хороший деньги. Да. Опа! Успели снять поезд. Куда? Зашли в магазин, вот такие браслетики по 300 рупий. Вот эти. Такие. Я себе взяла вот такой. Огромный выбор масок. Если кто интересуется масками. Тут ценник, наверное, офигительный. Я просто до этого видео смотрела, сколько стоят маски. This price. 15 тысяч рублей. Natural. А маленький, это, наверное, 3 тысячи или 5? 2500. Игорь нашел мне подарок. Купи себе черепаху. Черепашей грудь. В общем, магнитики по 300 рублей. Наш ужин, предпоследний день на Бентоте. Картошку с мясом. Вкуснейшую картошку с мясом. Один банан, чай. Тосты. Два напитка. Не будем говорить каких. Не будем раскрывать химическую формулу. В общем, приятного аппетита.